Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. Опять из Поднебесной пришел кабель. Также здесь есть несколько объектов, которые нам необходимы для того, чтобы проверить работоспособность этого кабеля. Опять это медиаплеер Zido. Также мы модернизировали ноутбук Toshiba A660 1EN, а именно меняли дисковод на салазки, в которые установили дополнительный жесткий диск. Есть у нас данный дисковод. Кстати, есть тоже кабель один, который подключается по USB 3.0. В данном варианте пришел кабель сериал ATA на микро или мини сериал ATA, M-SATA, то есть 22-пиновый на 13-пиновый. Как раз для подключения 9 привода непосредственно к приставке Zido. Пришел он вот в таком варианте, помимо... Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Обычного стандартного пакета почтового. Здесь уже есть пакетик, в отличие от кабеля, который был у нас непосредственно сам сериал ATA, то есть 22-пиновый. Фирма Ubest китайская предоставляется вот в таком варианте. Сама длина тоже около 30 сантиметров, как и предыдущий кабель, который мы смотрели и демонстрировали непосредственно для подключения жесткого диска. Только вот этот вот кабель уже для подключения дисковода. Внутри у нас находится сам кабель. Еще раз повторяю, длина 30 сантиметров. И находятся разъемчики, благодаря которым непосредственно и подсоединяются два этих устройства. А именно привод и медиаплеер Zido. Сейчас это я покажу, проделаю. Вот здесь есть разъем. Сериал АТАшный. Мы вставили. Да, вот здесь еще DVD диск присутствует, который мы и посмотрим. Ввиду того, что у меня Blu-ray привода нету, есть DVD только привод, поэтому и диск. То есть вот мы его благополучно и установили. Сейчас посмотрим, как это все друг с другом взаимодействует. Непосредственно сам кабель, DVD привод. Кстати, у кого есть Blu-ray привод, либо 4K Blu-ray привод, то есть можно здесь использовать, если есть такая необходимость. Сейчас мы это все дело подключим непосредственно к источнику воспроизведения и посмотрим, подключится ли этот DVD привод непосредственно на отображаемом меню данной медиа приставки. Смотрим. Как видим, все прекрасно у нас подключилось, все воспроизводится, даже меню показывает DVD, на котором можно выбрать те или иные варианты эпизодов, либо настроек по звуку и так далее. Данный кабель рабочий, причем в технических характеристиках непосредственно медиаплеера Zido было указано, что к нему также можно подключить и внешний привод, там DVD-ROM, CD-ROM, Blu-ray-ROM и так далее, Blu-ray 4K. И все это будет благополучно воспроизводиться непосредственно данным медиаплеером. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.